Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам покажу способ убирать протяжки на уже готовом полотне. Для многих это проблема, и сейчас мы с вами ее попытаемся решить. Есть несколько способов решения, показываю один из них. Берем петлю-ловитель, полотно, и начинаем наши протяжки поднимать, как мы поднимаем резинку на одной фантуре. То есть мы наши протяжки просто через петлю, вот продели петлю-ловитель, петельку на полотне и провязали через нее петлю, следующую протяжку, следующую. Периодически берем и провязываем протяжку через петлю полотна, она точно никуда у нас не денется. Можно, конечно, не каждую петлю ввязывать в полотно, но периодически это делать надо, чтобы петли не расходились. Никуда не денется, все время будет на одном месте, мешать перестанет. Такой способ, видите, он достаточно хорош. Протяжки, вот сравните, одну сторону и вторую, день и ночь. Вот это, конечно, выглядит аккуратнее. Но пользоваться таким способом можно только если протяжки достаточно объемные и рыхлые. Вот они, видите, свисают и мешают. Если протяжки натянутые, такой способ не подойдет. Вы стянете себе все полотно. Там будет другой способ убирать протяжки, которые я вам покажу в следующий раз. А сейчас вот очень удобно, очень быстро и надежно. Закрепляете последнюю петлю и все. Еще раз, протяжки могут быть только длинные, и недостатком этого способа я вижу стяжку полотна, потому что, несмотря на то, что достаточно рыхленько все это было изначально, видите, полотно подтянулось. Зато никаких протяжек, очень аккуратное и однородное полотно. Зацепиться за такие маленькие протяжки гораздо сложнее. Но несмотря на недостатком этого способа, недостатки есть у каждого способа, у этого метода то, что стягивается полотно, и то, что сделать такое можно только один раз. Две параллельные косички, никакие протяжки уже не вынесут, потому что полотно будет перетянуто очень-очень сильно. Если вам этот способ полезен, если вы будете им пользоваться, пожалуйста, нажимайте «Нравится», делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. И обязательно посещайте наши посиделки вязальные по вторникам и четвергам. Ваша Наталья Некрасова.